Ну, всемирно известная экологическая организация иногда, в общем-то, занималась действиями, напоминающими корпоративный шантаж, действиями в интересах одной корпорации против другой. Здесь нет криминала, потому что они же живут на деньги, которые дают им корпорации, не только обычные граждане. Поэтому приходится исполнять и свои обязанности перед ними. Безусловно, это не пиратство. И Путин, по-моему, это подтвердил, что пиратство – это немножко другое. Хотя по букве закона, который не очень хорошо, не очень внятно прописан, можно подвести таким образом. Но я думаю, что гораздо разумнее будет переквалифицировать в организованное хулиганство или что-нибудь в этом роде. Дело в том, что пиратство – это от 10 лет.